22-летний бендерчанин Алексей Каравашков вновь претендует на звание лучшего спортсмена России. Проект «Золотой пьедестал», организованный при поддержке телеканала «Россия-24», стартовал в минувшую пятницу. СМС-голосование за победителя продлится до сегодняшнего вечера. По его результатам определят двух финалистов. Вместе с приднестровским гребцом за звание лучшего борются еще 4 спортсмена. В августе Алексей Каравашков выступал в 4 видах программы чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ. Результат – 3 золотые медали и 1 серебряная. Причем серебро – это упущенное в драматической борьбе золото. Победитель был объявлен только по результатам фотофиниша. Преимущество украинского гребца составило 0,6 секунды, или в пересчете на расстояние всего 3 сантиметра.